Всем привет, с вами Прия. Сегодня хочется поговорить о аксессуарах на лекаря, те, которые будут представлены нам в патче 7.2, конкретно с рейда гробницы Саргероса. Начнем же. Всего их 6. Тут написано, с каких боссов они падают. И посмотрим, что они делают и как вариант, в каких-либо ситуациях можно их использовать, эти аксессуары. В хилах я, конечно, не очень шарю. Не очень разбираюсь все-таки больше как-то в танках, в бойцах ближнего боя. Так чуть-чуть начал осмысливать, маленько поигрывая за Фуривара. Ну, конечно, моя игра оставляет желать лучшего, но все же. Итак, 6 аксессуаров. Сразу скажу, не пугайтесь по поводу цифр. Возможно, эти цифры будут как-то сбалансированы, повышены. Либо такие цифры весьма минимальный из-за того, что воин не имеет такой статы, как интеллект. Но все же суть этих аксессуаров не изменится. Итак, архив веры, дающий крит при использовании, направляется в союзника энергии очищающей матрицы, восстанавливающая ему число здоровья, мы будем ее называть именно так, число здоровья в течение 2.3 секунд. Если поддержание этой способности будет полностью завершено, цель восстановит дополнительно число здоровья за 10 секунд. КД 2 минуты. Ну, честно, конечно, аксессуары вообще в принципе в Легионе оставляют желать лучшего. Но какой-то это такой себе аксессуар, который является потоковым костом 2 секунды. Хотя, почему бы и нет? Почти все хилкосты там идут 1,5-2 секунды. Возможно, если этот аксессуар будет реально восстанавливать много хп, то его кто-то будет использовать. Далее, скажем так, пассивный усилитель идет. Пассивно дает интеллект. Мейнстат весьма классно. Ваши эффекты исцеления с некоторой вероятностью восстановят на число здоровья больше. И чем меньше у вас маны, тем чаще срабатывает этот эффект. Знаете, напоминает инстинкт жажды крови. Триня Сурсока, которая типа, чем меньше хп у цели, тем чаще прокает эффект. Но тут чуть-чуть изменили и сделали подхилов. Ремейк, скажем так. Тут же, чем меньше маны, тем чаще срабатывает эффект. Неплохо. Неплохо относительно, только это нужно одевать на такого хила, который может как быстро сливать ману, так и восполнять ее. Точно. Если у монаха хила еще осталась такая способность, как моначай, я помню, ее использовали монахи в рейдах, в инстах и в каких-либо прочих моментах, то она весьма им зайдет. Сейчас же монков со старта легиона хилов я не видел, как и пристов, увы. В рейдах они не встречаются. Аксессуар самого последнего босса, Кил'джидена. Пассивно дающий искусность и при использовании накладывается на дружественного игрока эффект «Направляющая длань», восстанавливающий число здоровья раз в 2.3 секунды в течение 2 минут. Представьте, это тикающая хота, скажем так, которая может тикать хоть все 2 минуты, раз в 2 секунды. Это пройдет 60 тиков, хотя на самом деле чуть меньше, 50 примерно. 50-60. Вот так вот. Мне не хочется сейчас делить и получить идеальное число, но походу мне придется это сделать. Итак, мы делим 120 на 2.3 и получаем 52 целых тика. Ну да, почему бы и нет. 52 тика с этого аксессуара выходит. Но если уровень здоровья игрока падает ниже 35%, то этот эффект снимается с цели, и ее окружают щитом, поглощающим ХП в течение 15 секунд. Время перезарядки одного заряда 2 минуты, но со старта дается 2 этих заряда. Ой, ситуативная триня. Серьезно. Как вариант, эти заряды нужно реально сливать не в танков, скорее всего, а в каких-либо хилов. Не знаю даже. То есть, если... Очень хорош этот аксессуар будет на те бои, где цели постепенно получают дамаг. Допустим, в Мифик Плюс будет новый аффикс. Ни для кого не секрет, то, что вводят в 7.2 новые аффиксы. Я как-то делал об этом отдельный видосик. Если не делал, то надо будет отдельно сделать.
Так вот. А, там будет такой аффикс взамену переполняющему. Переполняющий удаляют, но вводят новый аффикс для хила, создают им новую головную боль. То, что если у цели менее 90% хп, то эта цель будет получать дамаг. Так что нужно будет держать цели с высоким процентом хп. Ну, и этот аксессуар, скорее всего, будет весьма полезен для таких целей. Посмотрим. Я думаю, вы хилые ребята умные, сами что-то придумаете, советы про твара вам не особо будут нужны. А далее, звезда матери глубин, аксессуар на универсальность. Заклинание исцеления нескольких целей с некоторой вероятностью может предоставить эффект объятия океана, который будет восстанавливать ближайшему раненому союзнику 5000 здоровья раз в 0,3 секунды в течение 10 секунд. Неплохо. Это 33 на данный момент уже целых тика, да? Классно, классно, классно. Почему бы и нет? Раненых людей нужно лечить, и чтобы они не умерли от чего-либо. Поэтому хороший, хороший аксессуар весьма. Ситуативный. Ситуативный тринкет, я сразу могу это сказать. Интеллекта, конечно, много. Ну да, мы смотрим эпохальную версию аксессуаров. Можно и обычную подрубить, не вопрос. Дается до кучи интеллекта, наверное. И пока вы стоите на месте, ваш показатель скорости раз в секунду повышается. Эффект суммируется 10 раз. Время действия 20 секунд. Восстановление 90 секунд. Я больше чем уверен, что, допустим, ладно, еще если в нормале, в ХМе будут такие боссы, на которых можно будет и постоять, проигнорировать какие-либо механики боя, то в мифике навряд ли. Это уж точно. И придется что-то бегать, перекрывать, закрывать, делить, и различные какие-либо прочие моменты будут. А уж на Кил'джидейне это там тем более, это ласт все-таки, еще и такой великий ласт, необычный какой-то. Вот. И будет ли это трини использоваться где-то, ну, я не знаю. Следующее трини вообще просто в принципе абсурдно. Я не знаю, это... Она очень похожа на такой расовый спелл, расовую пассивную способность, как у ночных эльфов. У них есть такая тема, что когда вы играете днем, вы получаете один стат, когда вы играете ночью, вы получаете другой стат. Если сейчас я открою своего друидика, это было бы, конечно, классно. Увы, аддоны на ПТРе плохо работают. Ночные эльфы днем получают в дневное время суток 1%, по-моему, как раз-таки крита, а в ночное время они получают 1% скорости. И этот триня как-то, что ли, дает больший простор этой расовой способности. И нам повышает либо скорость, либо крит на определенное число на 10 секунд. Казалось бы, эта триня весьма похожа с Зели Ночи, которая падает с Этрея на хила, но, увы, нет. Кому-то придется рейдить в ночное время, кому-то придется рейдить, наоборот, в дневное время для получения нужных стат. Вот такие вот хиловские аксессуары. Хилы же есть на канале, я больше чем уверен, и из просмотревших людей точно найдутся хилы, которые, ну, что-то расскажут об этих аксессуарах. Мне даже самому было бы интересно узнать о них, в каких ситуациях вы будете их использовать и к чему они могут вам пригодиться. Ну, я бы выделил конкретно два аксессуара. Это Поработитель Разума и Творение Искусителя. Творение, возможно, будет ротироваться с звездой. Другие же три, ну, как-то, ну, то ли они непонятные для меня, то ли я их недооцениваю. Опять же, мое мнение как протовара, который получает ежедневно отхил от каких-либо хилов. Вот так вот. Всех вам благ, счастья, здоровья, самое главное. Ждем 7-2. Надеемся на дроп тех три, которых нам надо. И желательно, чтобы они были кованые титанами. До скорого!